wsiąkł teraz na. Привет, тетя Вера. Привет. Не на меня смотри, а на камеру. Да. И это самое. Детка, так можно лопнуть, Груера? Ну ладно. О, я как букета деду несу. Ваю, ну наше было так тратиться, мама, видно моя. Отец, заколовался за теми, знаешь, ошибкать, а? Такие большие, большие, большие. И сверху. Где дедушка спит дверей? Спасибо, дай пойдем. Дедушка, ты же в дверке можешь. Пусти, пожалуйста. А, дед, ты 75 лет. А вот это дед хорошо продолжил. Я лежу спрям за дверь. И там не нужно. Он уже ехал, не приезжает. Выскочи, сынок. Сушить мені воду. Зараз, я все. Де ти зараз співаєш? Большого призвання нет у меня, способностей мало и сила мала, но мама стараюсь быть верным другом. Чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, неверно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, неверно служу, как учитель учил. Хотя в уголке незаметно живу, Спасителю радостно в нем я служу, и в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Когда же учитель мой из уголка ведет меня в царствие Бога Отца, то станет мне ясно тогда до конца, что лучше бы мой уголок для меня. Мой уголок, мой маленький мир, неверно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, неверно служу, как учитель учил. Спасибо, спасибо, детки.
Спасибо за то, что спину. Мам, все, оставляй посуду, все, я трогаю руками. Спасибо. А петь, петь не будем, нет? Степановна, дай сюда. Степанов. Сюда сидаешь? Нет. Таня, залазь. А где Саша садит? Вы не хочешь знать? Мой дом и я служу Господин тебе, Христос лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом твоим. О, помоги в поступках сердца, могу пример для всех, с которыми я должен жить, которых должен я любить, с которыми я должен жить, которых должен я любить. Всегда лишь слеза нет я, чтоб я и вся моя семья воздвигли в сердце нашем храм твоим спасительным словом. Воздвигли в сердце нашем храм твоим спасительным словом. Зала. Ні. І, думаю, по, і половину, половину світа для мене зв'язала, так і не зіб в цьому. 17 років назад зв'язала. А ще трошки є наче те, що в шкафчику лежить. Амінь. Це я, так. Я теж потренуватися. Ви можете саме просто прикинути, як воно робиться. Я мені привозив Гришка з... Алло. Не знаєш. А ми беремо полепосадку. Я вже чекаю, мені куди. Знаєте, Петера, як тут, як тут, як в'язацію.